Ирина Демидовская работает учителем начальных классов. В свободное время занимается бегом и велоспортом. Рассказывает, что кататься на велосипеде ей нравится из-за скорости и возможности остаться наедине со своими мыслями. Ирина уже участвовала в соревнованиях «Сокольи горы». В прошлом году преодолела дистанцию в 12 километров и заняла 3-е место. В этот раз Ирина приехала на гонку вместе с 11-летним сыном. Женщина прививает любовь к спорту и своим детям, и ученикам. Мы с ними в походы часто ходим. С сыном тоже бегаем и на лыжах катаемся, и на велосипеде. Мы с ним часто принимаем в соревнованиях вместе участие. Кросс-кантри веломарафон «Сокольи горы» создан для того, чтобы объединить любителей и профессионалов велоспорта. Турнир дает возможность проверить уровень подготовки перед большими соревнованиями. Любые любительские соревнования важны, потому что у людей есть возможность попробовать свои силы. Условно говоря, не в спорте высших достижений, именно как раз на таком уровне, оценить себя, а может быть, стартануть и дальше, принять участие уже в более сложных испытаниях и заработать уже настоящее спортивное звание. Каждый человек в своей жизни, он что-то где-то хочет быть первым, быть там третьим. И он хочет так, чтобы посоревноваться, посмотреть на по сравнению с другими, как он будет выглядеть. Дистанции на 1, 2,5, 10, 30 и 50 километров проложили на базе спортивной школы «Чайка». Всего на трассу вышли 250 велосипедистов. Самая юная участница, 2-летняя Есения, проехала 1 километр. Такую же дистанцию преодолел и ее 9-летний брат Вова. Он занял 3-е место в своей возрастной группе. Мы с самого детства, с самых ранних лет хотим привить детям любовь к спорту, так как спорт – это неотъемлемая часть нашей жизни, здоровье, сила, ну, в какой-то мере успех, наверное, даже в будущей жизни. Веломарафон прошел под девизом «Наркотикам нет, выбирай велосипед» и вошел в цикл соревнований «Сокольи горы». Под этим названием проходят легкоатлетические забеги, а зимой – лыжные турниры. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.